Здравствуйте! В эфире телеканала «7», программа «Берега мечты». Сегодня я хочу познакомить вас с детьми, которые мечтают обрести семью. Это Андрей и Альбина, воспитанники Верхнелюбашской школы-интерната, что в Фатежском районе. Сегодня там проживают 84 ребенка, 13 из них – круглые сироты. Очень хочется, чтобы вы не остались равнодушными к судьбам этих детей. Мне главное жить в семье. Почти год мальчика воспитывала родная сестра. Жили дружно. Андрюша старался хорошо учиться, помогал по хозяйству. А потом случилось то, чего он никак не ожидал. Родной человек. Думал, поеду домой, заживу нормально. А получилось? Получилось, попал обратно. Но и родная сестра отказалась от брата. Андрею она сказала, что не готова его воспитывать, стирать, готовить. Холодные, чужие слова близкого человека. Ребенок ничего не понимает, ему все равно, и он быстро все забудет. В тот момент сердце мальчика едва не разбилось на осколки. Он, домашний ребенок, не хотел возвращаться опять в интернат. Для него это была большая трагедия. В этот момент Андрюша пережил двойную травму, говорят педагоги. С одной стороны, это ощущение ненужности, с другой – сам факт разрыва с родным человеком. А традиционные представления о том, что дети ничего не смыслят – глубокое заблуждение. Так прошло детство мальчика. Сегодня ему уже 15, но Андрей все еще надеется, что найдутся добрые люди, которые смогут подарить ему любовь и заботу. Я лично хотел бы найти нормальную семью, попасть домой, отучиться нормально, уйти в училище. Андрей знает многих ребят, которых тоже возвращали обратно в интернат. Мальчик много раз задавал себе вопрос, почему это происходит. Мне говорили, что некоторые взрослые берут насчет денег. Только ради денег. Некоторые берут просто понравился ребенок. Но бывает, когда ребенок плохо себя ведет, не учится, и не слушается никого, уходит, все вот то-то. Взрослые просто не могут с ним. Это ж не родная его семья. Не родной ребенок, терпения не хватает. И получается, отправляют обратно. Но Андрюша уверен, что с ним подобное больше не повторится. А это Альбина, девочка с трудной судьбой, но очень добрым взглядом и тонкой душой. Когда она была еще совсем маленькой, от нее отказалась родная мать. Девочка пыталась понять, почему, за что, чем провинилась перед ней, но так и не поняла. Когда я была маленькая, она меня бросила. Меня подобрала другая мама, приемная. И что случилось? И потом ее убили. Так Альбина оказалась в интернате. Порой ей бывает тоскливо и одиноко. И тогда девочка приходит в игровую комнату и разговаривает с любимой куклой. Заплетает ей косички и делится с ней наболевшим. Они вместе смеются, загадывают желания и мечтают поехать в Москву, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на звезд российской эстрады. Максим, Нюша. Больше всего я Нюшу люблю. Альбина мечтает, что молодой певице Нюше она обязательно скажет много добрых слов при встрече. Что она хорошо поет, что я люблю ее песни, что она красивая. Нюше Альбина ни за что не признается, как ей было тяжело, когда она осталась одна в этом мире. Что живет она в интернате для детей-сирот. «Я лучше спою Нюше ее песни», — говорит Альбина. Девочка точно знает, в каком наряде отправиться на встречу с Нюшей. На самом деле у Альбины есть еще одна главная мечта – обрести семью. Ее детское, но такое большое, и доброе сердце верит, что мама и папа ходят совсем рядом. Просто еще не знают о существовании Альбины. Девочка много раз мысленно представляла, как должна выглядеть ее мама. Глаза, может быть, зеленые, волосы черные. Все больше люблю всего черный цвет. Но до сих пор этот образ только в мыслях ребенка. За Альбиной не просто не приходит мама. Девочкой вообще никто не интересуется, никто не звонит, не пишет. Понятно, что есть педагоги, воспитатели, психологи, но этого недостаточно. Должен быть еще кто-то, кто сможет уделить этим детям хотя бы немного времени. Просто приехать в детский дом, взять его за руку, погулять по парку, выслушать, обнять, понять. А кто-то может просто молиться об этих детях, но некогда. Некогда подарить частичку своей любви и добра чужому человеку.
засуетились мы все», — говорит протоиерей Александр Торик. «У суетливого человека нет мыслей о ближнем, нет доброй улыбки на лице». Откуда же здесь взяться добру? Добро строится на жертве, на способности любить. А если человек любит только свое удовольствие, то откуда как бы в нем взяться добру и способности что-то созидать? Человек только потребляет. Мы живем в обществе потребления, причем навязываемого потребления. Сегодня к священникам обращается немало бесплодных пар. Они жалуются на то, что Бог не дает им детей. Посмотрите, у нас полный детский дом, а пойдите возьмите. Нет, нет, чужого мы не хотим. Мы хотим своего. И вот идут на ЭКО, своего в конце концов рождают. Нередко этот ребенок больной, нередко этот ребенок с проблемами, да. Но тем не менее, как бы взять чужого, нет, это как бы вот. К сожалению, у нас вот этот есть у людей как бы вот таких не воцерковленных, по сути, вот этот вот страх, вот эта боязнь, как бы, вот эта такая, скажем, ксенофобия, как бы, некая такая, вот она имеет место быть, и поэтому у нас полные детские дома при большом количестве бесплодных семейных пар. Православная церковь неустанно молится и о бесплодных парах, и о детях, оставшихся без родительской опеки. Забота православных верующих каким-либо образом, ну, восполнит, может, вот этот необходимость, потребность, вот материнскую любовь, материнскую заботу, материнскую молитву о них. Я знаю, что многие архипастыри, они молятся за беспризорных детей России и привести их к спасению, да, к благополучной жизни. Мне кажется, это вот просто необходимо. Заботятся о таких детях и прихожане Курского храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Недавно с благословения его настоятеля Андрея Иванова в Курске появился благотворительный фонд «Подари счастье детям». Один из учредителей фонда – преподаватель воскресной школы Анастасия Панькова. Молодая женщина помогает сиротам и детям, которые страдают тяжелыми заболеваниями. Волонтеры навещают детей в больницах, устраивают для них праздники. Сегодня на сайте фонда размещены фотографии шестерых детей. Это Дианочка. У девочки страшный диагноз ДЦП. Ребенку требуется сложное лечение и инвалидная коляска для прогулок. У Кирюши – резидуальное поражение центральной нервной системы, окклюзионная гидроцефалия. Ребенка удалось отправить на лечение в Самару. И это благодаря неравнодушным курянам. У каждого очень сложная судьба и, конечно, трагедия в семье. То есть, начиная от того, что детки есть с раковыми заболеваниями, с опухолями мозга. Детки и мальчик замечательный, который перенес травму спинного мозга, прыгнув просто в речку. Порой достучаться до людей бывает очень сложно. Волонтеры пытаются рассказать о судьбе того или иного ребенка пользователям социальных сетей. И находятся те, кто протягивает руку помощи. Люди помогают от всего сердца, со всей своей добротой, то можно сказать, что этот ребенок справится с болезнью, справится с болью. У нас очень много добрых людей в нашей команде. Это замечательные волонтеры, замечательные мои друзья, прихожане нашего храма. С помощью таких неравнодушных людей в конце марта в рамках проекта «Берега мечты» удалось организовать поездку для детей из многодетных семей и тех ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Увлекательное путешествие началось необычно. К стенам одного из курских храмов подъехал стильный белый лимузин. Ребята и не рассчитывали, что роскошная машина приехала за ними. Перед поездкой детей благословил священник, пожелал счастливого пути и каждого окропил святой водой. Через полтора часа дети уже отдыхали в усадьбе князей Борятинских. Несколько дней юные куряне жили в стенах великолепного памятника архитектуры 17 века. Посещали роскошные залы усадьбы и даже сидели на княжеских креслах. Вечерами ребята изучали достопримечательности этого живописного уголка Курской области. Очень красивый лес был. Мы катались там на карете с лошадкой, оса. Мне там очень понравился бассейн. Мы каждый день купались. Каждый день ходили на прогулку, смотрели достопримечательности. И кормили там вкусно и много всего. Мы подружились, нам было очень весело. Эта поездка состоялась благодаря людям, которые готовы бескорыстно помогать детям, просто, независимо от праздников, дарить им незабываемые путешествия и радость.
И если каждый из нас поделится своим вниманием и любовью, то мир наполнится счастливыми детьми. К большому сожалению, сегодня общество отвернулось не только от чужих детей, но и от своих домашних. Когда родители, не поднимая головы, работают, добывая хлеб насущный, их дети брошены. Во все времена люди оправдывают это трудностями, личными проблемами, зарплатами. Люди живут в придуманном мире собственного благоденствия. Они замыкаются на своих квартирках, машинах и собаках. Отгораживаются от мира как такового, где всегда есть те, кому труднее. Дети, старики, инвалиды. Те, кому нужно помочь. Творите добро. Творите своевременно. Творить добро надо своевременно.